небывалые холода в Москве фактически оставляют жителей столицы без праздников. Цифры на термометрах, словно говорят, на улицу ни ногой. А синоптики обещают, этот рекорд погоду установит уже в ближайшие дни и даже часы. Температура опустится еще ниже. За время нашего прямого включения столбик термометра поднялся на 3 градуса. Хотя, подождите, уже на 4? Это какое-то новогоднее чудо, по-другому не скажешь. Christmas,
I gave you my heart last Christmas. Happy New Year.